был передо мной. Это я вперед тебя забегала, можешь не зарекомендовать. Там была корова в светлом шмоте. Сто голды, что это боже, ну я. Ну вон у него на плечнике светится. Т-4, корова. Кто у нас в рейде такой? Не, я точно вперед тебя забегала один раз. Сиди, молчи, ну куда ты лезешь? Я Женуэн, готова полутать за это ГП, потому что это... Смотри, Женуэн, ты каждый рейд, каждую комнату носишься вперед меня. Ты зачем это делаешь? Смотри, как я буду воскрешать. Я вроде бы каждый раз объясняю, что вперед метки бегать не надо. Может держаться либо в моем фрейме, либо позади меня. Этот мир в пучину хаоса. По инерции, короче. Азерот пойдет. Ладно. В следующий раз это уже будет ГП железно прям. Станешь первой жертвой. Меня это уже напрягает каждый рейд одно и то же суфлировать. Слышь, суфле, у нас будет перекурчик перед траем? У нас не будет Джани, потому что у нас нету танков. Последнее тогда... благословение. Ро? А что там на Джайне вкратце? Можете объяснить, что там нового интересного? Ивейт-зон нету от лучей и от натиска. Просто надо чуть больше подумать. Первая типа... фаза чуть сложнее стала. Типа сейчас никто в метках не стоит, все стоят где хотят и доджат уже по факту того, куда стрелка идет. Теперь надо просто немножко раскидывать мозгами, да, уворачиваться нормально. Блять, охуительно, и... вот чего не хватало. Ну все, она не убивает. Моя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Ну все. Краузеру вычислятся вагоны, кто не может следить за происходящим. Блин, ну сейчас ГП будем ее бить, да? Настал час. Давайте хоть первый переведем, блять, мы ни разу не переводили даже. Педали, да? Я один-то охуярил, блять, за всех нам. В смысле один? Ты видишь вот эти 26 тысяч? А чё это на первой-то фазе, в чём там сложно? Мелкий трэш бьет больнее. Большому так, аду я... надо настакать не 25 стаков, а 15 плюс. На 15 стаков из него квест, который вылетает. На ШМ, вот последняя битва Короля Лича, она сейчас делается, нет? Просто вылезаешь в сундук и достаешь оттуда еще один сундук. Понял. Типа, раньше, короче, всему рейду это давало, сейчас же такого нету. Как матрешка. Ну че, фалик есть там? Два арка для топ-пацанёв. Самый прикол, что они нахуй по мейнишным, блядь. А с сундука можно на ТНК забрать? Аркус типа никому не нужен? Серьезно? По чуть-чуть, когда вот такой банк. А кому он нужен? У всех, блядь, ШМ-ки нахуй. На Эликсона хила. Не знаю, на Уфспеке там разобрать. Он не нужен никому. Женуэн, какое у тебя оружие на успехе? Эрдру травма. Эрдру травма топ, да, там арка. У него ШМ же вроде нет. В дереве ШМ, это плохо. Так, главный вопрос Мосса и Настя. Вам, я как понимаю, ЕП оставить на твинках и с мейнов снять. Ну да, справедливо. Если я весь тин шла на этом персе, логично на нем оставить ЕП. Мосса тебе на друиде оставить, да? Пролите ко мне и уйдем. С рейда только никто не ливайте. Это получается сейчас надо на Джайну 3 танка? А может и 4. Ну типа на Джайне... Джайна тоже больнее бьет, да, или нет? Да, там резисты нужны. Там как на робота надо одеваться. Блять, давно было пора так сделать, а то пиздец же, не босса какая-то хуйня была. Рольц. Undead Worm в пролете сразу. Сейчас я тоже ролю. А, йоту надо, да.
Да, я тоже ральну. Ролить-то можете, но только... 4! Йотун, это мейн, поэтому ему и отдам. Я хотела ролл посмотреть. Посмотрел. Йотун, вместо пояса, блядь. Будь здоров. Так, блядь, а кто рассказывает про чувака, который не наметился маунт, потому что думал, что они, блядь, предают дух. Типа только троим нужен непобедимый. Четверым. Он, Жануэну и Твинке. Ну еще ладно. Новичок в виде антитворма. Ладно, идем куда-нибудь еще, нет? Да? Нет, на сегодня все. Пошли Лара бить. А Жануэн же, по-моему, там, нет? Настя. Жануэна есть точно элементал с Джайны. А и вот про коня не знаю. По-моему, я знаю, что у Жунуэна с маунт Жайны он летает на 150%. Настя, как думаешь, стоит рыхнуть портал в Каменор поставить? Давай, ставь. Все равно потом за мной идти и ставить Лоран. Товарищи знатоки, у меня сейчас, короче...